Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я готовлю сырники из творога. Очень вкусные, очень нежные и ароматные. Для этого я взяла 500 грамм творога. Творог у меня домашний, мелкозернистый. В принципе, если вы любите более однородные сырники, можно перетереть через сито, но я этого не делаю. Добавляю сюда в творог 2 куриных яйца. Подсаливаю немного. И добавляю сахар. Сахара я кладу 2 столовых ложки. Они получаются не очень такими сладкими. Если вы любите послаще, можете положить 3. Далее добавляю соду. Пол чайной ложки. Гашу в столовой ложке 9% уксуса. То есть я высыпаю соду в столовую ложку и наливаю уксус. Хорошо перемешиваем. Аккуратненько даем возможность погаситься полностью соде и добавляем в творог. Все хорошо перемешиваем. И я сразу скажу, что тесто для этих сырников, оно получится очень такое мягкое, очень-очень нежное. И сейчас я буду добавлять муку. То есть, если вы любите поплотнее сырнички, то, соответственно, тогда и муки нужно побольше. Сейчас я добавляю 3 муки и потом еще я добавлю 4 ложку. То есть в общей сложности получается 4 столовых ложки просеянной муки. Все хорошо перемешиваем. И, как я уже сказала, видно хорошо, да, что наш тесто получилось очень такое нежное. Я приготовила муку на тарелочке для того, чтобы слегка их в муке обвалять. Выкладываю я на сковороду их ложкой. И, друзья мои, то есть сковорода должна уже быть разогрета. Масло должно быть почти кипящее. Вот таким образом я слегка их обваливаю в муке и выкладываю сразу на сковороду. Здесь же на сковороде ложкой я их приминаю до формы вот таких плюшек. Никуда далеко не отходим, потому что готовятся они очень быстро. И если у вас разогрето масло, то буквально через 3 минутки, там 4, они уже подрумянились и мы их переворачиваем. И точно так же там 3-4 минутки на другой стороне. Вот такими они становятся румяными. Видно, как они поднялись, очень такие пышные становятся. И потом, когда даже если полежат, хотя это редко очень бывает у нас, да, они остаются такие же. Выкладываем на тарелочку и угощаем своих близких. Можно подавать со сметаной, с медом, с вареньем, как больше вам нравится. Я сейчас немножко вот покажу надломленный. А сырник, да, видно будет, что все пропеклось очень хорошо. И, в общем, все, друзья мои. Я рекомендую вам этот простой способ вкусных домашних сырников из творога. На сегодня у меня все. С вами была Мария. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч.